Сегодня мы проводим плановое учение Минского гарнизона. С учетом тех задач, которые постоянно ставятся главой государства, в том числе они были поставлены и сегодня на совещании силового блока, проверка началась с поднятия по тревоге личного состава Минского гарнизона. Всех абсолютно подразделений, не только отряда милиции особого назначения, но и всех территориальных районных управлений внутренних дел. Все прибыли, даже те, кто был на больничном, те, кто был в отпуске, в выходном дне, готовы выполнять поставленные задачи. Мы постоянно проводим такие учения на всей территории нашей республики. Сегодня слаживание именно в столице, потому что именно здесь происходят все массовые мероприятия, не только политического характера, но и культурно-массовые, зрелищные. И личный состав должен быть готов выполнить поставленные задачи в любое время суток. Как показывают последние события, в том числе и попытка террористического акта в мочулищах, они должны быть готовы действовать на любой территории и в любое время суток. Задействована в ходе учений новая техника, дроны, которые мы будем задействовать для отслеживания оперативной обстановки. Другая техника, которая в настоящее время нами приобретена и уже задействуется для выполнения поставленных задач.